Девушка с красивым именем Изабелла появилась на свет в Одессе в конце июля 1925 года. Ее отец умер в возрасте 37 лет, за 2 месяца до рождения дочери. Воспитание девочки полностью легло на плечи матери. Мать воспитывала меня и моего брата. Брат на 5 лет был старше меня. До войны я успела окончить 8 классов школы. У нас была очень интеллигентная семья. Мама знала 2 языка. Она родилась в Австрии. А в Одессе она жила, когда она вышла замуж. Когда началась война, мне было 16 лет. Брата забрали в армию, а я с мамой осталась в Одессе. Когда вошли немцы и румыны, нас выгнали из нашей квартиры. Давайте я пока остановлюсь. И отправили в тюрьму. Там было очень много людей. Не на чем было сидеть, не на чем было лежать. Люди сидели на корточках. Когда пошел дождь, люди из луж пили воду. В село Богдановка обреченные на смерть были согнаны не только из Одессы, но и из Молдавии и соседних украинских городов. Во время акции командой «Einsatzgruppen» было расстреляно около 55 тысяч человек. Тем не менее, убили не всех евреев, и 10 января 1942 года в одесском районе Слободка было создано гетто. Когда нас выгнали, что могли, мы взяли в руки, но мы взяли сухари и сахара немножко. По дороге, вся дорога была устлана замерзшими стариками и грудными детьми. Кто-то из соседей продал нам паспорт маме с национальностью украинка. С этим паспортом в мороз мы пошли по селам. А по дороге я заболела сыпным тифом. Мы пошли в больницу. Меня там оставили. И когда я зашла в палату, там было еще 9 человек больных тифом. И они бредили. И рассказывали то, что с ними происходило. И я решила, что я, когда я начну бредить, что будет то же самое. И когда я начала терять сознание, я себе выщипывала здесь до крови и вздрагивала, чтобы, не дай бог, не потерять сознание. У девочки часто спрашивали в больнице, откуда она и как ее зовут. Но Изабелла молчала и не признавалась. Лежа в бреду, в горячке, она щипала себя до крови, чтобы не потерять сознание. Все это с одной целью – невольно не выдать свое преступное еврейство. Мама ушла опять в город. И она мне сказала: может быть, я не вернусь. Если я не вернусь, не вздумай наложить на себя руки. Ты должна выжить, ты встретишь своего брата, ты встретишь свою тетю, и ты встретишь свою сестру, и ты должна жить. Прошла неделя, мамы нет. Самое трудное на войне среди тотальной подлости и убийств – остаться человеком и не сломаться. Женщина, которая заняла квартиру несчастных изгнанников, однажды на базаре увидела мать Изабеллы и, испугавшись, что у нее отберут жилье, позвала румына-оккупанта. Мать избили, а когда ее привели в тюремную камеру, вместо лица у нее был сплошной синяк. 28 мая 1942 года, в день смерти отца было за 17 лет до этого, мать повели к еврейскому кладбищу и расстреляли. И я решила идти в Одессу искать свою маму. Я ходила
туда, где она могла быть. Говорят, нет, она не приходила. Она пришла и исчезла. Нет, никто не знал, где она. Смотрите на меня. Куда мне идти? Мне некуда было идти. И я пошла в полицию и сказала, что я еврейка. С немецкой педантичностью исполнялся приказ не убивать евреев поодиночке в Одессе, а отправлять на смерть в область, в Березовский район. Несмотря на это, по дороге производили массовые расстрелы, а тех, которые замерзали, даже не хоронили, а просто разбрасывали по окрестностям. Нас выгнали на работу. И у всех, что было там, у кого-то еще задержалась обувь. У меня отлетели, я знаю, подошвы все. Короче говоря, я осталась босиком. Нас погнали в степь, где неубранная кукуруза была. Дали нам такие серпы. И мы должны были резать эти палки, стволы. У меня вот тут несколько шрамов. Кровь шла, а боль не чувствовалась. Холодно было, мы были замороженные. И мы вот так вот, пока мы не очистили это поле, они нас выгоняли на эту работу. Из десятков тысяч до освобождения дожило около 600 обитателей гетто. Среди них была и Изабелла. Сегодня Изабелла вместе с мужем, сыновьями и внуками живет в Нетании. В 2010 году, когда ей исполнилось 85 лет, они отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Я счастлива от того, что есть еврейское государство. Это большое счастье для евреев всего мира.